Так, это мой первый проект, успешный и запущенный, сделанный с помощью Arduino Uno. Здесь, как мы видим, находятся два регистра светодиодных таких циферок. Находится сам Arduino Uno, который по USB соединен с компьютером. Значит, все, что умеет делать программа, это отображать секунды и переключаться на сотые секунды при нажатии на кнопку. Вот. Работает это из стандартного набора матрешки. И исходный текст можно посмотреть на экране, но я его выложу отдельной ссылкой к этому видео. Вот такие вещи можно достаточно легко собрать на Arduino. Осталось придумать хорошую логику, чтобы это была не бесполезная игрушка, а чтобы она что-нибудь полезное считала. Я пока не придумал. Все, всем спасибо.